Друзья, приветствую всех вас на моем канале, с вами Александр Никулин. Ну и спустя 2 месяца после того, как у меня в мастерской появился этот ленточно-пильный станок, решил снять и выложить ролик. Сегодня решил попытаться сделать эксперимент с системой пылеудаления и по ходу действия видео опишу недостатки и достоинства данного аппарата. Из-за небольшого пространства в мастерской, в которой то и дело приходится передвигать аппарат, чтобы освободить место, да и просто, чтобы легче двигать, поставил станок на колеса. 2 из них со стопором. Можно было, конечно, установить и все 4, но подумав, решил, что это уже перебор, так как 2 стопора вполне справляются с этой задачей. Есть, конечно, небольшой вполне допустимый люфт, но на работу станка и качество распила, по моему вполне субъективному мнению, это не влияет. Единственный недостаток бывает, сам забываю ставить колеса на стопор, но это дело, конечно, привычки. На основу подставки для колес примастерил удлинитель, так как провод самого станка не очень длинный, честно скажу, не замерял, но на вид не более 1,5 метра. А так как удлинитель с 2 розетками, заодно присоединил вот такой фитовский краскораспылитель. Красить им я, конечно, на станке ничего не собираюсь, но для вывода стружки и пыли с верхнего и нижнего узла вполне пригоден, а в некоторых случаях он незаменим. Как видно на видео, в верхнем правом углу между ребрами жесткости после распила материала собирается обильное скопление стружки и опилок. Скажу так, прям полевой рассадник, который даже пылесосом не совсем удобно собрать. Можно, конечно, напором воздуха выдать, но сами понимаете, после такого процесса придется глотать эту пыль. Если, конечно, не одеть респиратор и защитные очки. В общем, друзья, не стал я в данном случае пока изобретать велосипед, так как станок еще на гарантии. А я хорошо знаю, как любят домотаться гарантийные мастерские до несанкционированного навесного оборудования. И решил эту дугу просто заклеить монтажным скотчем. Быстро, дешево и практично. Насчет практичности, конечно, не уверен, но время покажет. Ну что, проведем эксперимент. Систему аспирации решил не включать, пока проводил распил заготовки. Ну и как видно, нет угла, нет проблем. Большая часть опилок просыпалась в ящик для отходов. Остальная пыль осела в нижнем углу отсека. Теперь я пробую тот же опыт, но с включенной системой аспирации и посмотрю дальнейший эффект.
друзья, понятно, что данный эффект был ожидаемо предсказуемым, но я все-таки решил пойти дальше. Не особо легким путем, в общем, сейчас все объясню. На днище агрегата, где расположен ящик для опилок, который совсем неплотно прилегает к самой нише, и, по моему мнению, значительная часть энергии потока воздуха, который вытягивается с помощью моей системы, теряет энергию. И большая часть пыли оседает и остается в отсеке. В общем, для начала мне придется отсоединить подставку для станка, открутив вот эти болты. В мастерской нашел небольшой кусок пластика в виде листа и решил с помощью него заткнуть нижнюю часть станка. Тем самым ограничив поток воздуха, точнее сквозняка, который теряет энергию из-за огромной щели на дне станка. Конечно, друзья, можно было бы использовать и фанеру, так как она более плотно бы прилегала к днищу станка. Но коль валялся кусок бесходного пластика, решил воспользоваться им. Тем более, это все-таки эксперимент. А я еще не знаю, будет ли он работать так, как я хочу. При ударе звук, как у пионерского барабана. Дома нашел на балконе вот такую коробку, похожую на кошачий лоток. Вообще решил сразу две проблемы, освободил место на балконе и в коробке держу комплектующие от ленточно-пильного станка и всякую мелочь, которая всегда должна быть под рукой. А вообще подумаем в этом довольно большом пространстве сделать ящик с дверцами из фанеры. Обидно, что даром столько места пропадает. Что, друзья, эффект на первый взгляд показался идентичным с предыдущим экспериментом без пластиковой прокладки. Но хочу заметить, в этот раз я сделал два пропила по сравнению с предыдущим одним. А это значит, что опилок в этот раз было меньше. И уже не стал снимать, когда пилил бук и дуб. Опилок было еще меньше, скорее всего это зависит от породы дерева. Но эффект есть, хоть и хотелось бы большего. Ну что ж, теперь хотелось бы поговорить об обслуживании и некоторых косяках в данном оборудовании. И начну с щетки, которая, по моим наблюдениям, явно не справляется со своей работой. Да и вообще, я уже подумаю поставить вторую щетку, потому что на верхнем и на нижнем маховике по всей площади обрезиненной управляющей налипает со временем большой слой пыли. И это существенно влияет на скольжение полотна. Вообще, хотел бы сказать производителям данного оборудования, лучше задуматься и поставить более жесткую щетку, или заменить резину на маховике на менее статичную резину, или похожую субстанцию.
Да, и еще хотел пояснить, что помимо чистки резины маховиков, необходимо протирать полотно, так как если почистить только резину маховика, то при первой прокрутке пильного полотна на маховик, точнее на ту же резину маховика, с полотна в обратном направлении прилипает пыль. В общем, в данной операции получается мартышкин труд, если не протереть полотно. Ну и как видно, приходится это делать старым дедовским способом. С помощью влажной тряпки протирать то маховик, то пыльное полотно. Другого способа удалить пыль я еще не придумал. А вот еще небольшое, но неудобство. Механизм натяжения ремня маховиков находится в закрытом положении, и со временем под этот короб набивается пыль, от которой, кроме как с помощью продувания, невозможно избавиться, так как короб приварен производителем при сборке каркаса. И вот еще один существенный косяк от производителя. Сначала подумал, что это кривой рабочий стол. Заметил этот брак не сразу. Несколько дней промучился с выравниванием рабочего стола с помощью шайб и подкладок. Но впоследствии понял, что дело было не в бобине, за рулем сидел, а если коротко, то дело было в раме, к которой крепится рабочий стол. И, так сказать, прикрепление рабочего стола к раме, часть рабочей плоскости стола искажается. Как видите, кривизна на лицо. В общем, пока существенно этот брак мне не мешает, поэтому данную проблему буду решать чуть позже. Ну а когда я исправлю данный брак, обязательно сделаю ролик на эту тему. Ну и, как говорится, на десерт еще один косяк от производителя, который подкладками и шайбами не лечится. На видео видна явная выпуклость параллельного упора, как говорится, горбыль. В принципе, я уже решил, как исправить данный косяк, но об этом расскажу и покажу немного позже, точнее в следующем обзоре. Ну и я так думаю, скептики, конечно, скажут, что ты хотел от бюджетного оборудования. Но, честно сказать, я пока станочком доволен, и все проблемы решаемы. Стоит просто приложить немного усилий. Ну а на сегодня все. Всем друзьям желаю счастья, здоровья и творческих успехов. Надеюсь, видео кому-то окажется полезным. И, как говорится, до новых встреч!